Всем привет, с вами Зарок, и продолжаю играть в игру Untarded. Решил я залутать домики. Опять ночь почему-то, только я не понимаю. Ну, по количеству просмотров я смотрю, все-таки хоть и немного маловато, что я ожидал, конечно, большего, но все-таки смотрите, так что вам немного интересно. Ну, ночи, конечно, не так интересно, как днем. Сегодня я, ну, пока что опять один, потому что сейчас утро и все спят. Вот морковка — это хорошо, но морковка не это самое, как сказать-то, не первая свежесть, и просто тупо она невкусная, традиционная. Так, я посмотрю, сколько. Так, один патрон всего, это плохо. Ну, тут так же, как модификации, можно ставить. Так, у меня и все, у меня больше патронов нету. В этот дробовик, кстати, на этот дробовик два вида патронов, что очень хорошо. Зомбаков дофига. Бывает, кстати, с них что-то выпадает. То есть, бывает, рюкзак выпадал. Ну, такой маленький, не такой слишком большой. Шприц выпадал. Я не буду стрелять, потому что я тупо всех зову ну, зомбаков к себе. А привлекать внимание я очень не хочу. Так, еще извиняюсь. Что-то мне... Ау. Блин, вот отвлекся. Черт, и не перевязаться, и не... Ух, нифига себе. Блин, нет. Все. Хорошо. Так, у нас... У меня, точнее, есть вот эта вот фигня. Сколько он добавил? Я что-то так и не понял. 10%. И что-то у меня... Вот это вот. Тоже. Так, это аж целых 20% мне дало. То есть это лучше, чем вот эти две фигнюшки. Окей, не будем. Блин, ну они стоят там, где, куда мне очень сильно надо. То есть покушать мне бы не помешало бы. Работать тут лучше мне. Лучше работать тут с глушителем, конечно. Неужели ты заметил? И с топора лучше им целиться в голову, и он так будет ваншотить. Так. Так, патроны. Вот патроны тут для дробовика минус, что они молди. А патрон для дробовика тут мне не очень нравится, потому что они все такие в рассыпную, что их долго подбирать. Так, штаны. У меня вот хочу себе я этот найти магнум, вечный называю его кольтом. Тут нету ничего. Так, карта. Так, ты готовый? Ладно, давайте залутаем. Где еда у нас? Так. Есть. Это очень вкусно. Молди корни вкусно. Молди. Так, вот что-то оно все не такое свежее, к сожалению. Так, ну вода, ладно, если добраться мне до озера, да, то я смогу себе набрать водички. Так,
Нож кухонный. No space. Также, да, ну, загружается персонаж либо по количеству мест, да, либо по килограммам. То есть я могу носить с собой 15 килограмм, либо, так, я не помню, 8, 12, 16, 20 мест. То есть у меня 20 слотов. У друга есть там сумка еще больше, то есть тут где-то 26, по-моему, или 25, я точно не помню. Ну ладно. Нужно... Давайте тогда скушаем вот это вот, чтобы нам подобрать соуп. Конец соуп. Это либо суп, либо, по идее... А, да, это суп. Я просто путаю, хотя у меня с английским так себе. С английским так себе. Я думаю, это вообще мыло. Она пишется через А, не через У. Мыло. Я имею в виду про мыло. Так, нужно найти медикаменты. Мне очень нужно снизить... Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! А вот... Вот такие лежачих я не очень люблю, потому что они менее заметны. Так, я выполнил какую-то ачивку. Гвозди. Патроны. Вот. Вот видите, почему нужно тут все-таки вдвоем. Черт. Черт, 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 черт. Так. Давайте-ка я флайер кину. Так, мне придется, я точнее не придется, я хочу. Так. Вот. Но вам слишком громко, по-моему, будет, так что я поставлю на половину, чтобы мне было все хорошо слышно. Так. Сейчас у нас наступает день, и флайер, к сожалению, нельзя забрать. Бекон я пока что не кушаю, мы с другом, я с другом, то есть... Хотим мы сделать костер, но это чуть попозже мы сделаем, то что его нету. И я пожарю, потому что он... Мы еще убили оленя, он съел олениху сырую. И он просто заразился и чуть-чуть не от этого не умер. Но я его спас, потому что были витаминки. Витаминки — это очень хорошая штучка. Так, я поставлю палец на перезарядку, потому что я тут буду шуметь, они идут на выстрелы. Перезаряжает он всего по одному патрону. Вот видите, сколько их. Ух ты! Вот видите, я хорошо себе поставил этот. Сейчас бы меня бы тупо загрызли бы. Классно, фак, все. Вроде бы, ну, ближайшее место мы вроде бы зачистили. Итак, это у нас. Да. Нет. Ну нет. Ладно. Шприц. Во, вакцина, вот это вот. А. Шприц, он вроде как радиацию снимает, так как он зелененький, да, он снимает радиацию и прибавляет хп. Ну, немножко мне он прибавил. Я использую это все, чтобы я выжил.
На самом деле сейчас что-то очень даже маловато было. Так, одно свободное место, один запасной патрон, то есть у меня всего три патрона, так что не нужно мне развлекаться. Так, поньшо. В банке тут ничего такого никогда нету, так что ладно, берем топор, будем как в Дейзи выживать вместе с вами. И блин, как всегда, я забыл посмотреть, сколько у меня койота пак. Сейчас я посмотрю. Да, у меня койота пак, так что мне он не нужен. Мне бы такой же, как у друга, который офигительно здоровый. Так, это что? Это у нас батарейки. Адреналин. Давайте-ка я еще себе и адреналина вколю. Он тоже прибавляет ХП, но на 10% всего, конечно. Так, это у нас кольт. Вот видите, они какие умные. Так, все. О, неужели? Я впервые уже... я вчера ни разу ни одного топора не видел, кроме вот такого, как у меня. Обычного топора. Что-то он такой стал редкий, что ли. Ух ты. Не попал. О, а я убил, потому что другого. Я попал в другого. Так, скилл я прокачиваю, да. Все. Сколько смог? Ну, они что-то не всегда, конечно, замечают вас. Но все равно замечают, козлы. Ау, 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 ау. В бронежилете, кстати, ходить тут... я забыл про не... Чувак. В бронежилете ходить очень лучше, чем просто... Потому что он защищает вас все равно. Вегетаблс. Да, это чипсы. Но мне бы лучше бы чем-нибудь. Вот сколько я уже хожу, ни одного питона, не, о, питона, господи, ни одного кольта. Так, этот, так, что это? Бонжер клип. Вот, вот это... Чё, да, ну нафиг, нету места. А, стоп, подождите. Так, тут один. Только как пустой, когда тут все, чего три патрона всего было, что. Так, я, по-моему, гушак. А, да, да, нет, я гушак не выкинул, я отдал своему другу. Так что. Побегу с этой хренью. Нет, я, конечно, блин. Давайте полезем наверх. Если что, у меня есть шина, если я опять упаду, потому что я не. Мне не, никогда не везет. О! Черт, а, бинокль нашел. Вот это классно. Только что бы заменить-то? Ладно, у друга есть камни, так что я выкидываю камни и беру себе бинокль. Смотрите, я вот у него брал. Ну, конечно, нужно удерживать правую кнопку мыши, но он очень хорошо приближает. То есть это прям как снайперская винтовка. Но не зря сходил, ну, точнее залез. Не зря. Так, вон они, наши машинки. Ну, конечно, как, все равно ничего такого интересного тут не будет. Так, окей. Давай. Давай по-нормальному! Ну, нет, он не умеет по-нормальному. Так что вот сплинт это у нас шина. Она прибавляет еще и к хпшкам, что очень даже меня радует. О! Эти пыляющиеся тоже типа как fire, как
вот это вот. А, флэр, блин, чё я фаер? Флэр. То есть это как вам сказать-то, есть такие штучки, которые ломаешь как бы наполовину, и они как преображаются, то есть цвет появляется и вот так вот. И вот это такая же хрень, только ее запуляешь, к сожалению, и не держишь ее в руках, что я хоть мне бы больше бы хотелось бы держать ее в руках. О, зомбак уже заспаунился. Видимо, этот, видимо, зомби выпало. Так, вот тут я не помню. По-моему, тут я уже был. Так, в пицце я что-то забыл. Да, в пицце я был. Вот откуда ты? Я смотрю, чтобы меня никто сзади не обошел. И, блин, тупой антивирус мне загораживает. Так. Вот, хорошо. Да хорошо. Только вот... Сплайс, мазафака. Не ваншотит, хрень. Так. Вроде никого больше не собрал. Класс, сука. Ага, собрал. Ух ты. Вау, ух ты. Ну, ребят. Ну, извините. Блин, пришлось потратить, потому что я не хочу с топором. Я мелких не очень люблю, честно говоря. Так. Блин, вечно я путаю её. Всего-то один. Да, это слабенько, что один. Вот, пять меня больше устраивает. Еще четыре. Че, три получается было? Ладно. Давайте-ка я возьму тачку лучше. И поедем мы сейчас вот на мост. И думаю, на этом серию закончить. Такая серия получилась... бегая, лутая. То есть, ну, сами понимаете, выживание. Все за залог выживания. Так, ну, машина у нас заправленная. На улице был стол уже, просто мы уже покатались тут. Можно пересаживаться, то есть тут мест 5 или 6, так я и не понял. Вроде как 5 все-таки, а не 6, потому что показывает, что можно, да, 6 мест, но... Ладно, пофиг. Все равно мы как бы такой большой команды тут не соберешься. Так, давим. Отъезжаем. Я уже увидел витаминки и спрос, мазафака. Спрос. Не сдох ты, я не понял. Ух ты, я вот что порт туда возьму. Не, что-то эта хрень не очень ваншотная, что-то она мне не очень нравится. Так, ё-моё, еще долго что-то скилл прокачивать, честно говоря. Так, стоп. А я эту фигню я выпил, у меня нету, нету места. Ладно, давайте вот это вот. У меня очень нету места. Но я увидел витаминки, которые... так, вот эти таблеточки тоже. Это пейнкиллеры. Я давайте... Думаю, все скушаю тогда сразу. Они 30% хп прибавляют. Вот тут что-нибудь было. Чуть ничего нету опять. Ничего такого опять. Тут нам хороший вот выпадал. Ладно, давайте пойдем сюда. Но я думаю, может карта будет расширена, потому что на другой стороне зомби. Так что
Я думаю, что могут. Так, штаны. Все, что ли? Магазин для пистолета. Да, дальше карты нет тоже. Ничего, что-то сегодня не выпадало тут. Хорошего. Просто очень нужно, очень нужно срочно этот мне. Сумку побольше все-таки надо находить, а это, наверное, будет очень долго искать. Ладно, давайте. Я не знаю. Ух ты, ё! Вы ты чё, охерел, что ли? Я аж вздрогнул. Я смотрел на карты, и на меня просто тупо нападает со спины. Это так нечестно, с одной стороны, это так неожиданно. Хорошо, я хоть поставил себе звук погромче, но они не топают. Некоторые даже звуки не издают. Я не знаю, куда. Ну ладно, я думаю, тогда на этом серию закончить. Такая серия, где мы поутали город полностью, практически ночью, ну, полночи где-то мы провели. Ну а с вами был Зарок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жду от вас большое количество просмотров. До новых встреч, всем пока-пока.